Я думаю, что и хоккеисты чуть лукавят, все равно как бы все спортсмены честолюбивые, они ну, как бы хотят видеть себя наверху турнира и таблицы, поэтому я думаю, они максимум приложат усилий. Да, все радуют, команда играет, значит, все радуют. Ну, больше всего меня как, радует прогресс молодых ребят наших, того же Усова, Сани Суворова, Алистрова, ну, Колосов, ну, тут даже говорить нечего. Ну, все ребята радуют, все здорово. У нас одна команда, поэтому выделять кого-то не хотелось бы, но очень радует прогресс молодых белорусов. В 19 лет человек, по большому счету, стал первым номером команды КХЛ. У него очень хороший процент отраженных бросков, очень хорошее отношение к работе. И он выиграл, отвоевал себе место первого вратаря. Ну, на данном этапе, я думаю, исходя из количества игр, исходя из показываемой игры, он однозначно первый вратарь. Это посыл и, я бы сказал, даже пример для подражания всем молодым белорусам, что играйте, показывайте себя, и ваш труд будет оценен по достоинству, и что Динамо в тот же КХЛ ни для кого не закрыто. Самое главное желание ребят работать, показывать себя, и на них обязательно обратят внимание. Ну, у них и так всех нормальные контракты, поэтому пока по времени. Ну, пускай они на примере Алексея, пускай еще, да вот, да, пока не закончится этот сезон, подоказывают, что они заслуживают повышения. Мы им, конечно, исходя из показанного результата и исходя из возможностей, которые у нас будут, где-то идти навстречу, искать компромисс. Знаете, мы живем в сложное время в связи с этой ситуацией, с ковидной, всей, ну, как ситуация, никто не знает. Мы смотрим за всеми ребятами, которые в структуре шахтеров, которые в структуре молодечно, отсматриваем, но не было это еще такой необходимости, мы справляемся с теми ребятами, которые у нас есть. А то, что мы молодых ребят отправляем тоже молодечно, ну, и мы в первую очередь, чтобы они получали игровые практики, которые они там, может быть, там, тот же Кузнецов после травмы, Пинчук, когда восстанавливался, ну, и это, во-первых, на пользу Динамо, это не как усиление какого-то молодечного, на пользу Динамо, а кого поднять, ну, честно, мы с всеми смотрим, но чтобы вот кто-то так выстрелил и ярко себе показал, что его сразу бы хотелось бы поднять Динамо, такого нет. Внимательно следим за селекционный отдел, внимательно следим за экстралигой, и все ребята, которые будут заслуживать, они, по крайней мере, получат шанс. Кто как ими воспользуется, это уже их желание, их работоспособность, их честолюбие, а шанс получат все, лишь бы они его заслужили.